Всем привет! Новое видео. Оп, зашли в чикен перекусить. Жена заказывает. Мы немного поснимаем. Как говорится, у нас в центре нашего замечательного города. Болтовки, машинки. Люди отдыхают в выходной день. Фонтанчик бьет ручьем. Идут загорать, купаться, погода отличная. Илюшка играет в телефон. Илюшка! Илюшка! Илюш! Вот так вот. Вот так вот мы бьем телефон. Да. Красивые цветочки. Вот такие. У нас небольшие посиделочки. Зашли перекусить. Живи весело, живи вкусно. 9, наверное, чикен пицца. Ну вот, конечно, у нас заказ. Что у нас тут? Блинчики, да? С ветчиной. Так, и с сыром, да? Что это еще? Наггетсы, это да? Это наггетсы. А что еще? Пепси? Что еще? Кофеек. Что у нас за кофе? А? Не помнишь? И что еще? Покажи нам, что у нас еще тут. Чизбургеры или что тут у нас? Чизбургер, чикен какой-то. Какой? Что-то красивое. Сейчас посмотрим. Оп. Оп. На. А, что у нас тут? О, чикенбургер. А у тебя тоже? А у нас тут есть чизбургер, да? Сейчас посмотрим. Такую небольшую распаковочку, да? Вот. Чикенбургер, да? А это чизбургер. Ну, в принципе, да, ничем не отличаются, наверное. Так. Ну-ка, и за все мы что-то продали. Вот так, 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 так. Вот так вот фиксируемся. 314 рублей. Вот так вот фиксировались мы. 314 рублей. Ну, думаю, перекусить нормально. Ладно, всем приятного аппетита и нам тоже. Да, Владик? Всем пока!